Всем привет, меня зовут Игорь, и сегодня я буду говорить о холодном следствии о дядюшке Ау. Но прежде чем мы начнем, вы можете, может быть, уже заметили, что на первом слайде есть ссылка, по этой ссылке доступна презентация, и если вы сегодня со своим девайсом, и вам удобнее будет посмотреть презентацию на нем, то открывайте и посмотрите. Итак, слышно хорошо? Сначала давайте познакомимся. Вообще, что такое дядюшка Ау? Ну, возможно, кто-то знает, кто-то нет. Дядюшка Ау – это советский, достаточно известный мультфильмный персонаж, под образом которого в данном докладе я буду подразумевать непрофессиональных разработчиков, которые разбросаны по всему миру, но наиболее яркие представители находятся в Южной Азии. Сейчас достаточно распространенным явлением является то, что проекты переходят от одной команды к другой вследствие того, что первая команда лажала очень сильно и поэтому передает другой команде. Вот такое вот наследство досталось не так давно и нам, и я являюсь техническим капитаном проекта такого, и я постараюсь рассказать о том, что у нас было и что у нас в итоге получилось. Итак, к нам пришел проект высоконагруженный, он был очень колоритным. Колоритным был он в плане того, что там было очень много мертвого кода, было очень много дефектов, которые очень было сложно исправить из-за того, что база просто была не обширна, она была очень большая, база кода. Там не было тестирования, то есть никаких тестов, его было тяжело поддерживать, ну и основная проблема, которая волновала тогда заказчика, это было то, что проект постоянно падает, то есть наступает какой-то момент, и предыдущая команда просто брала печеньки и садилась, и смотрела, как падает сироки. Однажды заказчику это надоело, и он решил что-то поменять. Поначалу мы не сильно обрадовались такому наследству, но с предприятием некоторые шаги, проделав работу, нам удалось сделать из этого проекта успешный, как нам кажется, проект, который нас очень радует. Его плюшки текущие в том, что мы используем Continuous Delivery, мы позволили, то есть наш труд позволил увеличить прибыль для заказчика, прежде всего, что очень важно, и теперь это стабильное масштабируемое решение. Когда команде передают legacy код, то, понятное дело, никто не обрадуется этому. И первое, что приходит на ум, это сказать заказчику, что «Эй, парень, давай мы сделаем код фриз твоего проекта и начнем рефакторить, либо переписывать код для того, чтобы это превратилось в что-то, ну, то есть что-то нормальное, то есть то, что мы сможем поддерживать». В результате, как видно, такая мини-формула, получается, что после того, как новая команда заканчивает работу, получается, что практически весь код исходный, он просто выкидывается. То есть мы приносим какие-то новые свои велосипеды, приносим новый код. Но ситуация гораздо усложняется, если в исходном уравнении у нас появляется нагрузка. То есть заказчик уже сейчас как кричит своим голосом о том, что «Эй, ребята, у меня все падает, давайте что-то делать», и сказать ему, что «Парень, давай мы остановим разработку твоего проекта для того, чтобы мы могли улучшить код и продолжить его улучшать, то есть фиксить дефекты». И то есть, в таком случае это недопустимо. Заказчик требует фикса уже сейчас, но реально они нужны были еще вчера, потому что сроки продолжают падать. И первое, что нужно делать, когда к вам в руки попадает такой проект, это прежде всего понять, с чем вы все-таки имеете дело. Обычно таких проектов нет документации. То есть вы не можете просто сесть, открыть удобно читаемую там, какую-то доку и просто понять, что там, вот этот проект делает то-то, он сделает это вот-то, и сделает примерно вот так вот. Документации нет. Еще одним разочарованием для вас будет то, что читать код у вас не получится. Читать код — это не вариант, потому что, во-первых, его качество, скорее всего, вас немного огорчит,
потому что мы выпили полный гранный годом. А вторая проблема была то, что обычно база кода очень большая. Поэтому для того, чтобы хотя бы примерно не ориентироваться на это изучение этого всего кода, у вас идет гораздо очень много времени, и поэтому поскольку у вас этого времени нет, потому что заказчик уже сейчас хочет исправлений, то единственным вариантом, откуда вы можете получить знания, это, собственно, сам заказчик. Но проблема, которая здесь встретите, заключается в том, что заказчик обладает только высокоуровневыми знаниями. То есть он знает примерно, где, что, как работает, и обычно эти знания могут вообще не совпадать с реальными, то есть они могут быть устаревшими. Но не стоит расстраиваться. В этом случае первое, что необходимо сделать, это исследовать инфраструктуру вашего проекта. Я хочу подчеркнуть, что на данном этапе необходимо не вдаваться в детали. То есть нужно получить просто высокоуровневую картинку того, с чем вы имеете дело. То есть, что вам дали, то есть, что это за проект. Я немножко расскажу о том, что это у нас было, то есть что это у нас точнее является. Наш проект — это баннерная рекламная сеть, которая состоит в принципе из двух приложений. Первое приложение — это бэкэнд, которое является, собственно, высоконагруженной частью. И вторая часть приложения — это статистика, по которой мы смотрим показатели и понимаем, сколько денег мы заработали, грубо говоря. В результате нашего исследования, нашей инфраструктуры, мы узнали, что наше приложение, во-первых, состоит из двух частей, то есть у нас есть одно приложение, есть второе приложение. Мы узнали о том, какие базы данных используются, там, о том, как устроен веб-кластер, ну, если он вообще у вас есть. И то есть, подробную информацию относительно получили о том, вообще, что есть в нашем проекте, какие дискрипты кабинета он состоит. Я еще раз подчеркну, что на данном этапе не старайтесь разобраться во всем, а постарайтесь просто получить высокоуровневую картинку. То есть не нужно лезть там, допустим, там есть у нас база данных, да, то есть не нужно туда пытаться лезть и построить схему этой базы, пытаться разбираться, почему она была так сделана, как она используется, почему так. То есть этим не нужно сильно на данном этапе заниматься. Просто поймите просто что вы имеете для себя. Вторым этапом, который поможет вам разбираться с проектом, это подключение мониторинга к вашему проекту. В нашем случае мы использовали достаточно популярную систему мониторинга New Relic. В принципе, мониторинг решает две основные задачи. Во-первых, поскольку вы проект никогда не видели, то мониторинг вам позволит посмотреть, какие реально узкие места в вашем проекте. То есть он предоставит, в данном случае New Relic мы использовали, там есть информация о том, вы можете видеть на графике, о том, за сколько генерируются ваши скрипты, то есть какой код реально работает медленно, сколько времени там выполняли запросы, какие запросы, то есть там очень много детальной информации. Я не буду очень подробно останавливаться на New Relic, потому что у него очень хорошая документация, плюс у него есть пробный период, вы можете попробовать его и получить отличную футболку немедленно. Вторым очень важным моментом, который позволит справиться с мониторингом, это вы определите реально, что используется в вашем проекте. То есть, почему это важно? Это важно, потому что вы поймете, какой код реально используется, а который просто мертвый. И это позволит вам дальше на этапе рефакторинга, то есть вы уже будете знать, что не используется. Когда мы проводили мониторинг, то есть прошло какое-то время, и мы увидели, что первая основная проблема у этого приложения была то, что MySQL страдал от интенсивной записи. То есть был heavy write MySQL с бэкэнда, и в данном случае у нас было два способа решения данной проблемы. Во-первых, можно было масштабировать MySQL, то есть можно было наращивать железо до тех пор, пока оно не стало бы работать. Либо можно было модифицировать код с целью того, чтобы уменьшить количество генерируемых запросов. Здесь, принимая это решение, то есть вероятно проблема у вас будет совершенно другая, но вы должны для себя понимать, что когда вы принимаете такое решение, такого типа, то вы должны
оценить стоимость. То есть, если для вашего заказчика дешевле наращивать железо на данном этапе, то есть функционал очень важен для него, его нельзя там отключать пока временно, пока вы будете его оптимизировать, то да, у вас нет выбора, вы будете наращивать железо до тех пор, пока это не поможет. В нашем случае, то есть, есть второй случай, когда функционал не настолько важен, то есть он не критичный, он не основной, и вы можете его временно отключить для того, чтобы позже его оптимизировать. Мы выбрали именно этот путь, поскольку он был более дешевым в нашем случае, и о том, как мы побороли эту проблему, я расскажу чуть позже. Ну, поскольку я не люблю смотреть на плохой код в проектах, то первым этапом, который был предпринят, после того, как у нас появилась минутка, то есть когда у нас появилось свободное время, после того, как мы закрыли кровоточащую рану в нашем проекте, и заказчик немного успокоился, потому что серваки уже не падали. Это было удаление мертвого кода, которое позволило нам уменьшить базу кода обоих приложений примерно в два раза. В итоге, в результате борьбы с мертвым кодом плюс рефакторингов, которые последовали за этим, у нас получилось немножко навести порядок в этом зоопарке, и ПКМ теперь у нас работал только с использованием фреймворка, а приложение со статистикой у нас было только с КХАНа. То есть мы выкинули один фреймворк из ПКМ и один фреймворк из стат-приложения. То есть уже стало лучше. Но не все так гладко, то есть да, мы уже хотя бы радовались, вот первые результаты. Мы столкнулись со следующей проблемой. Мы столкнулись с проблемой с балансером, который на тот момент использовался. Использовался амазоновский балансер, клауд-сервис, который предоставил Amazon. И мы столкнулись с той проблемой, что при скачкообразном росте нагрузки на бэкэнд Amazon ELB, Amazon Elastic Balancing, амазоновский балансер начинает масштабироваться, и это приводит к тому, что он становится недоступным. Как вы видите, в нашем проекте скачкообразный рост, нагрузка, особенно с утра. Это приводит к тому, что то есть практически все утро мы были недоступны. Именно поэтому на смену амазоновскому балансеру достаточно быстро мы прикрутили хаб-прокси. Хаб-прокси — это на текущий момент один из, даже можно сказать, самый лучший бесплатный балансировщик нагрузки, который есть. То есть здесь указаны плюсы и минусы, и можете с ними ознакомиться, если вам интересно. Вот, казалось бы, все проблемы основные решены, заказчик уже вообще не парится, все хорошо, все работает, прибыль капает, все нормально. И здесь логично задуматься о том, что пришло время рефакторинга. Но я попрошу вас не спешить здесь, потому что прежде чем начинать что-то там перепиливать в полученных проектах и размахивать там своим любимым инструментом направо и налево, вам необходимо проанализировать ошибки предыдущей команды. То есть вам нужно посмотреть реально на то, что было сделано, и правильно и эффективно ли решаются задачи, которые были поставлены перед этим приложением. В нашем случае, то есть, я особенно призываю вас обратить внимание на дизайн приложения. То есть в нашем случае мы поняли, что структура бэкэнда нашего, то есть нашего высоконагруженного приложения, она неэффективна, она не оптимальна. И прежде всего мы занялись работой над бэкэндом. Там был и фреймворк, которому мы сказали: давай, до свидания. Если серьезно, то для нас ИИ был избыточным. То есть в данном случае это был ИИ, но в принципе это не столь важно. Потому что предыдущая команда с помощью ИИ решала небольшую проблему большим инструментом. И это приводило к тому, что, в общем говоря, чтобы не вдаваться в детали, то бэкэнд работает с единообразными сущностями, которые нужно добавлять, редактировать. То есть, и для того, чтобы это сделать было в ИИ, необходимо было создать контроллер, кучу форм, модель, там, табличку на SPD запихнуть, и там делать ключики, естественно. И это привело к тому, что для того, чтобы сделать очень простую операцию, которую заказчик просит сделать довольно часто, вам приходилось педалить ключ кода. Я не люблю педалить код, поэтому в конце концов мы пришли к такому варианту.
Мы избавились от избыточности, были выбраны в качестве основы приложения компоненты Symfony. В результате у нас получился велосипед, который получился очень минималистичным за счет того, что мы вынесли весь UI из бэкэнда, он там был. Непонятно, зачем он был. И получилось, что за счет перераспределения обязанностей у нас получился очень минималистичный бэкэнд, который является небольшим велосипедом. И в качестве основной базы данных он использует Redis, и это единственная база данных, которую он использует. Чего мы добились благодаря изменению бэкэнда? Прежде всего мы добились ускорения, то есть мы получили два результата. Первый результат — это ускорение, которое позволило заказчику вздохнуть спокойно и сказать, что да, теперь я могу зарабатывать больше и не париться о том, что мое приложение всегда падает. Нам удалось ускорить приложение в 5 раз. И, как оказалось, впоследствии для заказчика его очень сильно сдерживала производительность приложения, и реально он мог заработать гораздо больше. То есть после того, как был внедрён новый бэкэнд наш, нам удалось увеличить нагрузку в 20 раз. То есть, когда мы приходили, там было около 2 миллиона просмотров, грубо говоря, и сейчас это около 40 миллионов. Вот это наши факапы, да. Куда без них? То есть, да, можно видеть, там, где мы факапили. Ну, в целом все неплохо. Теперь посмотрим, что же получилось. Получилось у нас следующее. Вместо Амазона пришел Proxy, бэкэнд у нас новенький, хорошенький, на Symfony компонента, очень маленький, мы его любим поддерживать, потому что это очень просто. Там был Nginx, плюс PHP-FM, и в эту связку мы вклинили Redis Lock, о котором я расскажу чуть позже. Состав приложения практически ничего не изменилось, мы решили оставить Kahana, поскольку перелопачивать весь код была нам лень, и, в принципе, код нас устраивал тут. С моим ощущением произошли небольшие изменения, мы заменили его на более высокопроизводительный форк Перкома, полностью с ним совместимый. И, как вы можете заметить, роль Redis существенно изменилась. То есть теперь Redis стал основной базой данных, и поэтому я хочу остановиться на нем поподробнее. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что такое Redis, и даже пользовались, может быть, что-то. Вам придется немножко постучать, потому что для остальных я постараюсь за очень короткий промежуток времени вести их в курсе, что это такое, чтобы вы не изучали, пока я буду рассказывать о дальнейшем. Итак, что же такое Redis? Redis — это такое модное NoSQL явление, которая представляет собой базу данных, в которых данные хранятся в виде пары ключ значений. То есть у вас есть ключ, это идентификатор, который вам нужен для того, чтобы работать с данными. Если говорить простым языком, то для PHP-ста наиболее понятной аналогией является ваш обычный ассоциативный массив. То есть есть массив, то есть в котором есть ключ, есть строки, допустим. И есть какое-то значение, там объект, там еще один массив, ну, не важно что. Хорошим стартом для вас послужит очень маленькая книжка с Little Redis Book. Она очень маленькая в объеме, и реально, если вам будет интересно, то вы сможете ее оценить знакомиться буквально за один вечер, за кружкой любимого пива, и уже на следующее утро вы проснетесь, подумаете, блин, я уже могу использовать Redis. Отличительная особенность Redis от других KML-баз данных, является то, что в качестве значения может храниться там не только текстовые данные, там может быть строка, конечно, таблица, то есть, если вы приведете аналогию на PHP, то это просто массив ассоциативный ваш обычный. Потом может быть там список, множество, сортируемое множество. То есть, если вам будет интересно, подробнее с этим будете разбираться. То, что характеризует Redis, это скорость. Он очень быстрый. Эта скорость достигается за счет того, что все данные, которые вы записываете в Redis, хранятся в памяти. Ну, соответственно, в этом есть плюсы и минусы, о которых я позже расскажу. Для чего конкретно мы используем Redis в нашем проекте? Ну, во-первых,
как я уже говорил, Ready стала основной базой данных, в которой мы храним все основные данные нашего приложения. Также мы используем Redis для сбора статистики и последующей агрегации. То есть мы используем для статистики. И последний пункт — это мы используем Redis в качестве средства, которое помогает нам анализировать XSLog Linkix. И поскольку именно последний сценарий является довольно специфическим по сравнению с первыми двумя, то я остановлюсь именно на нем. RedisLog, как понятно из названия, помогает нам записывать XSLog непосредственно в Redis. То есть не писать файл, а писать в Redis. Зачем это нужно? В нашем проекте мы не могли отказаться от XSLog, они очень важны, и нам очень важно мониторить состояние, запрос. То есть у нас есть большая часть функционала, которая на нем завязана. И ситуация, когда XSLog пишется непосредственно в файл, нас не устраивала, потому что довольно распространенным советом в оптимизации работы вашего веб-сервера является то, что вы отключаете XSLog, и это уменьшает нагрузку на диск. То есть лог не пишется файлик, и все хорошо, все работает быстро. Именно поэтому мы используем этот плагин. Как и любая другая база данных, и, наверное, вообще все в этом мире, у Redis есть, конечно же, свои недостатки. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это было то, что Redis, поскольку это база данных, которые вы очень активно пишете, изменяете, удаляете, то неизбежно является фрагментация данных. То есть фрагментируется память, и для вас это выражается в том, что реально в вашем Redis лежит, там, допустим, 100 мегабайт данных, а он живет там, 500 мегабайт. И в этот момент, прежде чем вы начнете реально его использовать в продакшене, вам нужно обратить внимание на то, с каким аллокатором собран ваш Redis. То есть аллокатор — это механизм, с помощью которого Redis управляет памятью. Он выделяет ее, там, убирает. И поэтому, прежде чем выливать Redis в лифт, то обратите внимание на аллокатор, с которым он собран, познакомьтесь с документацией, там очень мало. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, была проблема в том, что мы хотели использовать Redis как хранилище для хранения постоянных данных. И поскольку все данные в Redis хранятся в памяти, то для того, чтобы обеспечивать постоянность, то есть чтобы после перезагрузки Redis ваши данные, которые были записаны, оставались в нем, он использует сохранение периодическое на диск. И он это выполняет с помощью двух операций, либо Save, либо BGSave. Сейф, большой недостаток этой операции заключается в том, что она блокирующая. То есть, когда вы вызываете эту операцию, либо она вызывается самостоятельно в Redis, то ваш Redis блокируется, и он недоступен для вас, то есть он не будет работать до тех пор, пока он все не сохранит. То есть, грубо говоря, вот у вас есть что-то в оперативной памяти, все данные, да? И когда вы вызываете сейф, это все сохранится в файле. И потом, при следующей перезагрузке, оно будет, если вы считаны, опять засунуто в память. Альтернатива есть, является BGSave. Как можно догадаться по названию, эта операция выполняется в фоне, то есть она не является блокирующей, но здесь появляется очень большая вторая проблема. Когда вызывается BGSave, Redis форкает текущий процесс, и в результате мы получаем, что Redis, который в себе содержал данных на 6 гигабайт, он требует 12 гигабайт для того, чтобы сохраниться, то есть вдвое больше. Поэтому у вас здесь есть два выхода из ситуации. Во-первых, вы можете стараться следить за объемом доступной оперативной памяти на ваших серверах, то есть вам нужно беспокоиться о том, чтобы было очень много доступной оперативной памяти. И второй способ, более дешевый, но не менее надежный, заключается в том, чтобы использовать swap. То есть, подключаем раздел, если мы говорим об Амазоне, то там можно настроить быстрый свап, то есть это может быть, под быстрым свапом просто подразумеваем быстрый диск. То есть это, допустим, SSD-диск, на который очень быстро происходит запись, и на который для вас дешевле и проще, чем очень большой объем оперативной памяти. Далее. И, наверное, самой большой проблемой Redis, с которой мы столкнулись, является то, что он не поддерживает горизонтальное масштабирование, то есть он не поддерживает шарпирование. Это, возможно, будет не всем понятно, возможно, то есть я просто попытаюсь объяснить. Отсутствие кластера, то есть отсутствие шарпирования, приводит к тому, что однажды вы понимаете, что
эта база данных может вам не подходить, потому что у вас слишком большая нагрузка, и эта ВД уже не выдерживает ее. Но, к счастью, Redis Cluster уже в активной разработке, и его обещают выпустить бету к концу года. То есть мы надеемся, что как раз к тому времени он выйдет, и мы начнем пользоваться. Но поскольку мы не могли ждать, там просто здесь сложа руки, и есть печеньки, и смотреть на то, как попадает наш ВД, то мы прибегли ко второму способу, это шардирование на клиенте. Здесь есть два подхода. Первый подход — это шардирование непосредственно в том PHP-клиенте, который вы используете. Ну, тот PHP-клиент, который поддерживает клиентское шардирование, это P-Redis. Но он очевиден, потому что он написан на PHP. Это приносит свои плюсы, допустим, в использовании на шарит хостинге. Но когда вам нужна действительно большая производительность, этот клиент вам не подходит. И поэтому для тех, кому нужна очень большая производительность, мы переходим ко второму пункту, то есть к использованию попроксирующего шардирования. То есть принцип такой. У вас есть какой-то прокси-сервер, который знает, что он отвечает там, за много-много редисов, и когда вы обращаетесь и говорите, чувак, мне нужно значение там ABC, он сам решает, от какого редиса достать ему это значение, и вы об этом не знаете. То есть и все работает. Я подробно не буду пока на нем останавливаться, я попытаюсь рассказать о нем позже. То есть мы используем именно AdmiProxy, это проксирующий способ шардирования, который был разработан в ветвях Твиттера и которым мы сейчас пользуемся. Но еще есть одна, казалось бы, небольшая, но очень неприятная, такая назойливая проблема, которая есть у Redis, в том, что для него нет хороших инструментов. То есть для него нет старого доброго SQL-йога, если кто пользуется, или HDSQL. То есть для него нет инструментов, которые я запустил и поехал там работать, редактировать данные, что-то делать. Но для него есть достаточно большое количество инструментов, и мы попробовали следующий инструмент. Первым инструментом был PHP Redis Admin. Для тех, кто работал с MySQL, наиболее похожим аналогом будет PHP MyAdmin. То есть что-то очень похожее. Очень большой проблема является то, что он не подходит для редактирования, для работы с большими ПД. Он просто зависает и отваливается. На помощь прибегает Redis Commander, это был второй инструмент, который мы попробовали. И очень большим преимуществом второго, то есть Redis Commander перед PHP Redis, является то, что он работает с большими уже базами данных, но с оговоркой на то, что вы будете его запускать на Google Chrome, потому что все остальные браузеры просто зависают. Но то есть время шло, мы пользовались, и оказалось, что у Redis Commander есть достаточно большая проблема. Если какая-либо из баз данных, которая у вас используется, то есть какой-либо из Redis сейчас недоступен, то Redis Commander отваливается, он впадает в ступор, пытаясь к нему приконнектиться. И для того, чтобы исправить ситуацию, вам нужно его убить, ручками исправить конфигурацию, запустить, посмотреть, он запустился или нет. То есть, если вы правильно конфигурацию изменили, то он запустится. Поскольку я не встретил, в конечном итоге я не встретил инструмент, который бы меня радовал, то я пришел к выводу, что необходимо сделать свой инструмент. Так появился Redis Desktop Manager, это десктопная кроссплатформенная приложение, которое работает на текущий момент на Windows, Ubuntu, Debian и macOS. То есть это приложение, которое вы можете скачать и запустить для себя локально на машине и начать работать с Redis как в старом добром SQL. Я буду очень рад, если вы ознакомитесь с ним. Его можно скачать на сайте redisdesktop.com. Там же есть ссылка на GitHub, на котором можно оставить баг-репорты и оставить вообще свои пожелания, там, замечания по поводу этого проекта. Пользуйтесь, оставляйте свои мнения, свои замечания, буду очень этому рад. На этом сегодняшняя серия заканчивается. Я знаю, что в анонсе я гораздо больше описывал тем, которые я буду освещать, но когда я готовился к докладу, то я понял, что все это ходить просто нереально, и в результате вы выйдете из этого зала с такими там умными лицами, потому что я вам рассказал, очень всего много, и половину из этого вы не запомнили, не усвоили.
Поэтому я решил разбить доклады на две части, и в следующей части я расскажу о не менее интересных вещах, таких как Continuous Delivery, ее роль в высоконагруженных проектах, рецепты ее внедрения, конечно же, о том, как мы делаем АБ-тестирование, и о T-Proxy, о плюсах, минусах и более детальной работе с ним. На этом мой доклад окончен. Я готов выслушать ваши вопросы, которые у вас возникли. Ребята, пожалуйста, отследите наш баланс. Ну, то есть нам он не подошел. Второй момент. На H-Proxy разворачивали просто на H-Cloud, просто со своим софтом. Нет, мы остались на Амазоне. Они просто были подняты на отдельных инстансах, то есть там на смену амазоновскому балансеру, ну, там, как мы сделали с небольшим запасом, у нас пришло два инстанса с двумя H-Proxy. Да, прошу. Как вы выбирали логосипал? Тестировали в приложении, как вы писали вообще? Как вы будете написать? Просто, да, вот это очень логично, если вы работаете в Enterprise проекте, да, то есть вы знаете, что все используется, ну или почти все. И действительно, можно покрыть все тестами и потом работать. Но мы реально увидели, что когда мы прикрутили URL к мониторингу, посмотрели, что реально половина кода вообще непонятно, что нужно здесь делать. И покрывать тестами то, что реально не работает, какой в этом смысл. Поэтому мы первое, что сделали, это начали тупо брать и выкидывать. То есть мы смотрели на то, что реально используется, пытались вырезать куски для того, чтобы оно как-то не задевало. Ну, то есть я там показывал статистику, там были сначала много-много факапов было, вот это было как раз из-за этого. То есть это достаточно болезненный путь, и поскольку ваш заказчик привык к тому, что сервак реально падает там, под нагрузкой, то это нормально. То есть вы выливаетесь как раз в тот момент, когда падает, вы говорите, не получилось. То есть, да, это болезненный процесс. Каким? Какие мысли? Там не осталось. Там дело в том, что нет, мы не писали все заново, это осталось, то есть, когда мы, то есть, те данные показывают ту ситуацию, то есть, что было в тот момент, когда остались только по одному фреймворку. То есть, когда мы оставили только тот код, который реально работает. Да, прошу. Когда вы выбирали Redis, когда вы выбирали Redis? Почему Redis? Хороший вопрос. Почему выбрали Redis? Во-первых, Redis был уже в инфраструктуре. То есть, когда мы посмотрели, что там уже есть Redis, который используется в качестве кэша. То есть, это уже хорошо, Redis уже помнит. Окей.
Вторым моментом, который был очень важным при выборе, в том, что Redis вообще, то есть основное его назначение, это когда вашему приложению нужна очень быстрая работа, когда она очень критична. То есть для нашего бэкэнда время отдачи влияет, то есть время, за которое генерируется контент, влияет на прибыль. И то есть чем быстрее мы это делаем, тем лучше. И именно поэтому был выбран Redis. То есть для таких конфигураций, когда нужна максимальная скорость, Redis наиболее подходящий на текущий момент выбор. Да, то есть мы посмотрели, что данные можно разложить в те структуры данных, то есть сделать все так, чтобы это спокойно лежало в Redis, и оно очень быстро работало. То есть, но выбор Redis, в принципе, оправдал себя. Сколько вот я пытался, чтобы понимать? Да. Давайте вас. У меня вопрос. Вы эксперименты проводили на VMware сервере, либо поднимали тестовые? Да, мы используем обрабатывание данных полностью, то есть на максимальном уважении пытались позволяет нам не создавать Redis там, но вообще произвести байт окружение и сам обрабатывать данные. То есть удаляли, пытались там выкинуть какие-то компоненты, смотреть, влияет ли это. Да, и вот с этим влияет. Но в конечном итоге все равно вы не можете в таких проектах все рассмотреть. Потому что кода реально очень много, ну, такие достаточно плохо там разбираются проблемы. И в том, что когда Redis самый лучший проект прокси, то по каким-то причинам там более-менее уверенных самотворчивается Redis, и Redis начинает бросать в тот Redis. И вот в этом случае там есть механизм, который вроде как бы должен гарантировать, что вот эти вот данные сюда, ну, как бы должны попадать в тот Redis. И потом это позволяет первоначально с помощью кода, прокси, человечеком это просто делал руками. То есть реально пока решения этой проблемы нет, такого хорошего нету, и мы пришли к тому, что мы критично. Да, конечно. Скрещиваем пальцы, ну плюс еще мы то есть, на клиенте, то есть, там уже агрегируем, мы добавим проверки, которые проверяют. То есть есть ли данные, и тогда уже принимают сервер и решение о том, что с ними делать. Да, прошу. Ну, мне очень сложно сказать, какой суммарный объем данных релиза, потому что на текущий момент Redis'ов там около 11, наверное. Ну, то есть, ну, я не могу судить по уже данным, уже 40. Очень много. То есть, ну, реально, я думаю, уже измеряется там 50 гигабайт где-то. Это, ну, я не являлся тем человеком, который это реализовывал, но, насколько я помню, то есть, техническими экспериментами мы пришли к тому, что подловили. Действительно, Кахана там была очень старая, Кахану я не люблю больше. Поэтому ей больше не повезло, но потом я как-то подумал, что ну, нехорошо, то есть меня заменят в том, что я не люблю, поэтому думаю, ладно, вот второй раз мы начали. Опционально, то есть это позволяет. Да, вот я хотел скрыть свою любовь, поэтому я оставил байт на втором серваке, то есть на втором приложении оставил второй фейлер. Да, и вот с этим. Да, 11-й. Проблема заключается в том, что мы его уже используем, проявлять проблему. И вторая проблема, которая Redis находится за прокси, перед нами стоит в том, что да, то есть Redis он не универсален. Допустим, и для определенных прокси задач мы реально используем уже HBase. Там есть механизм, который. То есть мы пока его обрабатываем, он должен гарантировать, не как основной данный, не как основная база данных, то есть он строго выполняет те потом это задачи, под которые он обрабатывает. Да, ну, то есть это нормальная ситуация, когда у вас новый SQL, если вы можете решить такую задачу, реально пока условия, то вы решите, если нет, не подходит, то не надо вам хорошего нет, где там прокладываться железом, или просто использовать другой инструмент. Ну, да, конечно. Скрещиваем пальцы, ну плюс еще мы то есть, на клиенте, то есть когда мы уже агрегируем, мы добавили проверки, которые сейчас проверяют, есть ли данные, и тогда если тоже, если я не ошибаюсь, я не занимаюсь скейлингом, насколько я помню, там у нас уже автоскейлинг есть. Сейчас, по-моему, 9 нот.
там, ну, где очень сложно сказать, что большой шумарный объем данных в Redis, потому что на текущий момент Redis довольно больших точно не помню. Ну, то есть, большие. Ну, я не могу судить по объему данных. Очень много. Нет, ну, на самом деле, реально, я думаю, мы заметили, что реально за PHP у нас упирается в процессор. То есть, у нас память это по минимуму, максимально процессор и все. Ну, эти ребята, как и все, они лошара давили. Иногда какая-то там была очень старая, мы стали ситуациями, когда... Поэтому я больше понимали, то есть я как-то подумал, что можно что-то заменить в конкуренции, если очень ограничено. Сначала вы получаете максимальный аккаунт, пробуете его, если вам нравится. Вот я как хотел скрыть свой нелюбовь, поэтому я использую бесплатную версию, очень полезно. И вот, естественно, мы используем не бесплатную версию, то есть мы платим им деньги за то, чтобы мы могли иметь возможность действовать на эти красивые графики. И случались ситуации, когда нейролик падал, проблема заключается в том, что показывает статистику, что наш бэкэнд вообще вторая проблема, которая... И мы такие, о боже, что случилось? То есть там сейчас начнет заказчик карать, то есть у нас уже Redis, он святым был. И реально бегом-бегом там SSK, там сервер какой-нибудь, первая нода, все работает. Ну да, то есть. Но в принципе такие проблемы у нас возникали, наверное, два раза за все время, то есть примерно за год. И все решалось довольно быстро. Это нормальная ситуация, когда у вас я думаю, что это, ну, если вы нажимаете такую задачу, там, у вас есть какие-то условия, то вы используете, да, если нет, не подходит, то не надо там пыхтеть, там, вкладываться в железо, надо просто еще использовать вопрос. Другой инструмент. Еще вопрос. Ну, наверное, на этом мы подведем итог нашего доклада, нашей беседы. Всем спасибо за внимание.